Здравствуйте, друзья, с вами Борис Оборотов и компания GSM-Repeater.ru. Во многих случаях для работы сотового усилителя не нужна мощная антенна. Например, на городских улицах обычно присутствует мощный сигнал, и для его приема достаточно небольшой панельной антенны, например, вот такой, Zara 3G 4G. Но за городом ситуация кардинально меняется. Такая маленькая антенна просто не имеет достаточного коэффициента усиления, чтобы принять ослабленный сигнал. И в самых сложных случаях на помощь приходит тяжелая артиллерия в виде параболических антенн. Знакомьтесь, это призма 3G 4G. Особенность параболических антенн заключается в их конструкции. Они состоят из двух элементов. Первый – это облучатель, который сам по себе не имеет высокого коэффициента усиления. Второй элемент – это отражатель большой площади. Его еще называют рефлектором или зеркалом. Задача рефлектора – отразить принимаемый сигнал, сфокусировав всю мощь в одной точке. В этой точке и находится облучатель. По этому принципу работают спутниковые тарелки, и такой же принцип используют параболические антенны сотовой связи. От размера зеркала напрямую зависит коэффициент усиления всей антенны. Условно говоря, чем больше площадь отражателя, тем больше сигнала он сможет сконцентрировать на облучателе. Как видите, здесь зеркало достаточно большое, 90 на 81 сантиметр. В отличие от офсетных спутниковых тарелок, призма 3G 4G является прямофокусной антенной, то есть ее облучатель располагается по центру зеркала. Само зеркало имеет решетчатую структуру, это позволяет снизить ветровую нагрузку для комфортной и безопасной установки антенны на большой высоте. Крепеж антенны рассчитан на опору круглого сечения диаметром от 20 до 52 мм. Установить призму можно на обычный фасадный кронштейн или на специальную выносную мачту. Мачта используется, чтобы поднять антенну на большую высоту. О них мы подробно рассказывали вот здесь. С конструкцией антенны все понятно, теперь давайте поговорим о ее характеристиках. Рабочие частоты этой малютки находятся в диапазоне от 1700 до 2700 МГц. То есть она подходит для репитеров 3G и 4G, усиливающих сотовую связь в диапазонах 1800, 2100 и 2600 МГц. Коэффициент усиления антенны составляет от 25 до 27 дБ. На нижних частотах усиление меньше, на высоких больше. Столь высокое усиление позволяет добиться результата, невозможного при использовании небольших панельных антенн. С помощью призмы можно принять сотовый сигнал на расстоянии многих километров, иногда десятков километров. В общем, для систем усиления с репитером это самая мощная антенна. Обратной стороны мощности является сложность настройки. Параболики имеют очень низкую диаграмму направленности, которая сужается по мере роста частоты. На максимальной частоте ширина луча не превышает 6-8 градусов. Это означает, что антенну сложнее настроить на источник сигнала, особенно если базовая станция не находится в зоне прямой видимости. Наверное, вас интересует вопрос, а где разъем и куда подключать эту антенну? Разъем NFMEL находится на самом облучателе, но антенна поставляется без кабельной сборки. В процессе сборки антенны вам понадобится пропустить кабельную сборку сквозь штангу облучателя. Сборка антенны описана в комплектной инструкции и не вызывает никакой сложности. По нашему опыту, эта призма 3G 4G является максимальным решением для усилителей связи. Если с ее помощью не удается получить устойчивый сигнал, то уже, скорее всего, ничего не поможет. Поэтому смело рекомендуем параболики для самой сложной местности. Отдаленные деревни, села, хутора, единичные постройки в сельской местности. Ссылку для заказа антенны вы найдете в описании. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. И до новых встреч, друзья!